Накануне международного праздника 8 марта очаровательные девушки-полицейские соревновались за звание «Автоледи-2016». Жюри конкурса предстояла нелегкая работа – выбрать тройку лучших из 11 участниц. Чтобы получить это гордое звание, конкурсанткам пришлось немало потрудиться. Конкурс стартовал с этапа оказания первой медицинской помощи. Участницам предстояло правильно наложить жгут, чтобы остановить кровотечение. А затем они показали свои знания и умения на тренажере Гоша. Он предназначен для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с включенной индикацией правильности движений. На каждое эффективное надавливание непрямого массажа сердца загорался оранжевый индикатор и появлялась пульсовая волна на сонной артерии тренажера. При правильном проведении искусственного дыхания поднималась грудная клетка и загорался голубой индикатор. Все конкурсантки справились с этой задачей на отлично. Повторила правила дорожного движения, повторила навыки оказания первой медицинской помощи, ну и подготовилась в плане оформления автомобиля, нарядить ее, разукрасить. Следующий один из самых важных этапов – это знание правил дорожного движения. Все было так же, как когда-то на экзамене – 20 вопросов и 20 минут на ответы. Далее все конкурсантки переместились на площадку преодолевать автомобильный рубеж. Участницы представили себя и свою машину. Все девушки постарались на славу. Они не только сами выглядели элегантно, но и машину украсили так, что было просто любо-дорого посмотреть. Члены жюри внимательно следили за каждой представленной визиткой. Я принимал участие в жюри нескольких конкурсов, но вот так, чтобы были очаровательные девушки в форме, которые действительно показывают не просто какие-то интеллектуальные навыки, а еще и мастерство свое в плане вождения автомобиля, оказания первой помощи, знание правил дорожного движения. На таком конкурсе я впервые. Ну и завершающим этапом стало управление автомобилем. Здесь не было никаких поблажек для конкурсанток. Девушкам давали задания из реальной жизни. Гараж, параллельная парковка и змейка. Во время испытаний автоледи продемонстрировали свое безукоризненное мастерство управления транспортным средством. На территории нашего подразделения оцениваются знания правил дорожного движения, управление транспортным средством, вождение, оказание медицинской помощи. Выбираются лучшие из лучших, а на самом деле у нас лучшие все. Участвуют все подразделения нашего УВД. От всей души хочется пожелать им удачи, здоровья и, конечно же, семейного благополучия. По завершению всех этапов конкурса «Автоледи-2016» судьи подвели итоги. Заслуженное третье место досталось Наталье Аверченко из ОБЭП. Серебро завоевала Наталья Семенова из отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Ну а кубка победителя удостоилась Екатерина Герасименко, которая уже не раз получала звание лучшей в этом конкурсе. Остальным призерам достались автомобильные аптечки, и всем без исключения участницам вручили памятные грамоты, сладкие призы и, конечно, цветы. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».